На городской праздник бракосочетания «Свадебный вальс», ставший уже традиционным, пришла на этот раз зарегистрироваться принародно всего одна пара. По этой причине праздник был устроен с меньшим размахом и внешним антуражем. Сочетать законным браком молодых было решено на площади перед зданием городского ЗАГСа. Но это не омрачило праздника, скорее наоборот, придало его звучанию некую индивидуальность. Внимание организаторов и ведущих было направлено на одну замечательную молодую пару Бондаревых – Елену и Андрея. Молодой чете, счастливой только лишь от того, что они наконец-то вместе на всю оставшуюся жизнь, пришлось вполне по душе внимание города. Для события, тем более на улице, в прекрасную погоду, когда все могут узнать о нашей любви. Это замечательно. Их радовал сам факт соединения двух судеб в одну. Многочисленные прохожие, которые улыбались в ответ, погода и, наконец, сама жизнь, у которой впереди много радостей и счастливых перемен. Браков в этом году отдел ЗАГС зарегистрировал на 63 меньше, чем в прошлом. Поэтому на городскую свадьбу заявилась всего одна пара. Объясняется, во-первых, той демографической ямой, которая была у нас в 90-е годы, 91-й, 2-й, 3-й, 94-й год, когда рождаемость резко сократилась после 80-х. В связи, помните, как это было у нас в 90-е годы, какая была разруха, зарплату не получали, детей надо было на что-то ростить, учить, одевать. Рождаемость резко сократилась. И сейчас, в 2014 году, эти ребята подросли. Подошел тот возраст, когда уже создают свои семьи. Но их немного и гораздо меньше. Поэтому это нормальный процесс. Я надеюсь, что лет через 5 свадеб будет гораздо больше.